500 сортов винограда на любой вкус и цвет выращивает на своей земле Магомед Ичилов, руководитель КФХ «Сад» из поселка Шамхау. Член Совета по агропромышленному комплексу при главе Дагестана награжден медалью за любовь к родной земле. А теперь уже его хозяйство претендует на звание «Лучший сад года». Магомед Ичилов на этот раз герой нашей постоянной рубрики «Доска почета». Если уж индюки, то обязательно нарядные белые, петушки обязательно мохнатые брамы. Ну а если виноград, то самый эксклюзивный. В саду у Магомеда Ичилова 500 сортов солнечной ягоды. От разнообразия оттенка вкуса дух захватывает. Вот вы здесь видите французский сорт Рашфор. Здесь 2-3 килограмма. 3 килограмма, наверное, будет в этом грозде. Впрочем, полакомиться плодами этого сада мечтают не только люди назойливых пернатых. Ичилов распугивает специальной пушкой. Вот сейчас будет стрелять. Наличие пасеки в саду, как правило, говорит об экологичности продукции. Пчелы бы не выдержали переизбытка удобрений. Творческий подход к делу и знание основ агрономии помогают вырастить хороший урожай. К примеру, на виноградниках Ичилов использует подпочвенный полив. Виноград не любит влагу. Даже у нас говорят... Всадник с потевшей лошадью не должен пробежать под виноградом. Значит, я выкопал до того, как посадить виноград, между радио метра на метр траншея, засыпал внизу щебенка, проложил вот эту трубу, нашу обыкновенную черную трубу, с дырками только. Это 8-9 сантиметров дырками. Положил сверху щебенку, закрыл эту трубу. И сверху полностью сделал навозом. И сейчас, когда мне надо поливать, я вот видите, вот шлангик, у меня везде вода подведена, вот сюда поставил, и все. В этом саду всего 2 гектара земли, а плодовых деревьев больше 300 сортов. Есть также питомник для выращивания виноградных саженцев. Вы убедились сегодня, у него на самом деле очень хорошая работа идется. И виноград, и груши, и яблоки, все растутся, и рабочие. Думаем, он республика получит первое место по садоводству. По сути, этот сад выполняет функции опытно-производственного хозяйства, выступает экспериментальной агроплощадкой по популяризации передового опыта хозяйствования. Здесь занимаются серьезным направлением агрономической практики, проверкой разных сортов на адаптированность к нашим климатическим условиям. Получается, что один садовод Магомед Ичилов выполняет работу целого научно-исследовательского института. Один вкуснее другого, один красивее другого. Это все я создал, собрал, чтобы они были достоянием наших жителей республики. Секретами своего успеха, как и своими саженцами, Магомед Ичилов готов делиться со всеми желающими. Раима Абдуллаева, Гаджи Магомедов, Эльмира Байрамбекова, Юсуп Газиамаров. Время новостей.